Здравствуйте. Компания ВС Украина расширила ассортимент производимой продукции. Сегодня сюжет о штукатурной станции. Штукатурная станция предназначена для приготовления, смешивания, подачи и нанесения строительных растворов. Мобильная штукатурная станция идеально подходит для работ в квартирах, частных домах, офисных помещениях. Станция имеет относительно небольшие габариты. Оснащена колесиками, что позволяет с легкостью перемещать ее по объекту. Состоит штукатурная станция из бункера для загрузки сухой смеси, шнека, насоса и шлангов для подачи воды. Система мы для подачи смеси, панели управления. На данном этапе уже изготовлен каркас, бункер, установлен двигатель на 2,2 кВт на 380 вольт, который будет приводить в движение шнек. В следующих видео мы покажем штукатурную станцию в готовом виде и сделаем тестовый запуск.